В Центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоялась презентация книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны». Автор подчеркнул роль бакинской нефтяной промышленности в 40-е годы. Подробнее в нашем сюжете. Здесь именно описываются воспоминания участников Великой Отечественной войны, значит, участвующих азербайджанцев в битве под Москвой. Замечательно. Бакинская рабочая вышка, вот она. Это уже третья презентация книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны». Ранее работу представили в Истре и Видном. Автор-составитель Гашим Алиев собрал материал из 22 источников, среди которых труды историков-публицистов и архивные документы. Здесь собрано не просто материал про героев Советского Союза, про дивизии азербайджанские, в общем, про результаты битвы. Понимаете? Здесь именно собран материал, который мало был раскрыт в других книгах. Именно роль, значит, тружеников тыла, тружеников промышленности. Это первая книга автора. Гашим по образованию математик, работал в нефтегазовых институтах Баку и Москвы. Тема нефтепромышленности ему близка. Именно ее важность он подчеркивает в своем труде. На обложке, значит, стоит большая фотография. Женщина работала на нефтяных промыслах. Большинство мужчин ушли на фронт, поэтому женщина работала на нефтяных промыслах. Это очень тяжелый труд. Книга посвятил память отца. Он после 45-го года вернулся в Баку, работал опять-таки в нефтяной промышленности, работал по нефтяным насосам, по обороту нефтяному. На презентации книги присутствовали представители разных регионов. Осман Гусейнов, руководитель Ярославской региональной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия», поддерживает проекты, направленные на развитие межнациональных отношений. Великая Отечественная война для нас – это очень серьезная история. Сегодня на нашей исторической родине в честь Великой Отечественной войны многочисленные памятники, многочисленные улицы там названы, там честь победы, честь участников Великой Отечественной войны. Это очень важно, что потомкам будут передаваться такие пособия, где они смогут прочитать именно ту правду, которая действительно есть на сегодняшний день, а не то, что придумывается в мире о наших россиянах. Одна из глав книги посвящена участию азербайджанцев в сражениях под Москвой. В этом году исполнилось 80 лет с момента начала битвы. Поэтому данная работа издана при поддержке правительства Московской области. Тираж 500 экземпляров. Этот труд еще раз подчеркивает подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.